Погнал. Да, Кобяков, погнали. Погнали. Они работают. Пацаны. Кассеты. Зашквары Влада А4. Миллион долларов, чтобы эта фотка не попала в интернет. Вы слышите шаги? Что это было? За этой стенкой точно что-то есть. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Клет! Мы чё опять в тюрьме? Кто это? Мне башка болит. Посмотрите, что... Кобяков, ты... Кобяков! Куда-то попали. Это борода, я не знаю, сколько мы здесь были. Так. Так, Кобяков, попробуй встать. После ограбления дома нас посадили. И из нее гораздо сложнее сбежать. Кобяков. И сегодня нужно осмотреться. Что у нас есть? Я никогда борода не росла. Она очень длинная. И они просто как-то изменили тебя. А это что? Чего не помню. Может, они выкачивали у нас память? О Ютубе? Помнишь, о чем думал, когда этот шлем был на тебе? Они были мягкими. Я чуть не сошел с ума. Смотрим, что здесь есть. Всякие баночки. Ключа от наручников нету, но есть какой-то блокнот. Растворитель. Есть идея. Влад, иди сюда. И растворим цепь от наручников. Он гений, нет. Жесть, я переживаю. Нужен спрайт. Спрайт, две капли. Написано уксуса не жалеть. Сюда. И... Говорил, сработает. Кобяков, Глеб, давай. Кобяков, может, они тебя наоборот... Здесь есть дверь. Какой-то блок управления, пацаны. Планшет. И он, возможно, просто сел. Это зарядка? Ты какой пронес? Здесь есть зарядка. Для айфона. Для Android. Нам нужна розетка. Что здесь? Понятно. Короче, нам нужно электричество. Вот этот провод примотаем и планшет. Блин, моя любимая зарядка. Ради спасения. Поищем изоленту. Так, тут есть. И... Давай. Да! Разблокировался, но теперь нужен пароль. Пароль. Но проблема в том... Так, или там все-таки что-то есть? Микроскоп. Так. Глентик. Да? Я что? Вижу цифры. 6. 32. 32. Погнали. Что это? Это ж вещь доковая. Мои вещи. Чё тут еще есть? Ты что я нашел? Совсем новенькие. Ого. Удобные. Двигаемся дальше. Тут есть бумажные портфели. Они пригодятся нам во время побега. Погнали. Магниты могут понадобиться. Белый провод, мало ли понадобится. Держи. В картонных домах мало ли что здесь будет. Очки, скотч и... Ребята! Это камера. Ты ее присоединяешь к телефону и можешь... Владос, этот ключ открывает наручники. Класс. Так, здесь еще есть провод. И... Это ручная дрель. Камера. Держи, это твоя. Кнопка. Что за кнопка? Открылась дверь. Погнал. Так, Кобяков, погнали. Погнали. Они работают. Пацаны, походу нас разделило. Дальше я один. Так, Кобяков, просто поднять... Вот здесь полая стена, как будто за ней что-то есть. Серверный, посмотрите. К этой штуке проведен... Так, ребята, у нас косяк. Мы не заметили камеру видеонаблюдения фильмов про шпионов. Мне нужно найти файл начала и установить это изображение. Опачки. Сюда не подходит. MacBook. В MacBook'е вот такие разъемы. Подождите. Смотрите, что у меня есть. Переходник. Это же то, что мне нужно. Посмотрите. Это мы. Только проснулись. Вы слышите шаги? Походу прокатило. Я все это сделал. Держи, помоги. Так, за этой стенкой точно что-то есть. Да, там точно что-то есть. Нашел какой-то проход. Попробую. О, ребята, смотрите, у нас здесь. Сейчас узнаем, стирала машина или нет. Нет! Ставить на стирку, упростим жизнь. Все, машинки запущены. Туалет. Интересно, он смывает? Засывает. Это такой же туалет, как в самолете. Проверим. Итак, смотрите. Так, ребят, мы уже накидали много туалетки. Давайте проверим. Засывает, смотрите. Все, чистота. Есть дверь. И знаете что? Она открыта. Попал. Это что, настоящий тир? Есть такой соблазн пострелять по мишеням. Так. Выстрел. Хорошо, что здесь есть. Посмотрю, куда же я попал. Так.
Так. Так, подземная дорога. Там камеры этим бластером. Вроде бы он ушел, но нужно это проверить. Эту штуку обратно. А это экран от этой камеры. И это вот такой вот шнурок. Представьте, как далеко я могу его засунуть. Этой камерой мне нужно сделать дырочку, в которой я ее... Сейчас мы продрелим отверстие. Ну что, ребята, вы готовы? Теперь засовываю камеру. Еще один рычаг. Так. Это самое главное, что я вижу. Что охранник ушел. Открыто. Идем. Тележка. Поезд, чтобы он довез меня в конец тоннеля. Старая система. О, я вижу. Надо попробовать. Потому что мы ограбили дом миллионера. Вернули свое. Почему нас посадили в тюрьму? Так, что это за кассеты? Ага. Зашквары Влада А4. Это вообще жесть. Шутки, которые вырезали. Украду одну из этих кассет. Зашквары Влада А4 или шутки. Не, ребята. С собой, пожалуй, я заберу шутки. За шкварами Влада А4 будет вот столь. Что у них на нас есть? Так, Кобяков. Обманул. Не знаю, ничего нового. А4. Так. О, целая кипа. Вау. Это лифт в тюрьме. Я не знаю, он приедет. Лифт приезжает. Картонный лифт. Ребята, это настоящий. Куда я приеду? Нажимать ли на что-то или нет? Вниз. Ой, мне это уже... Мы куда-то поехали. Стрёмно. Лестница. Очень узкое пространство. Он спит. У меня же есть магниты. Вытяну его ключи. Нет, ключи у меня. По-любому ключи от того замка. Едем обратно. О, конечно, приключения сегодня жесть. Но зато этот не подходит. Так, может быть... Погнали дальше. Ого! Здесь информация о моих косяках. Информация о финансах я заберу. У нас по глентику. Это ж... миллион долларов, чтобы эта фотка не попала в интернет. На лайков. Я вам это покажу. Поверю вам на слово. Надеюсь, вы поставили это глент в памперсах. Это слишком грязная информация. Только никому. Поворот. Сделаю пару фоточек на память. Что это было? Мне показалось, что что-то нарисовано на стене. Три вспышки. Итак. Я был прав, смотрите. Это стрелочка. Вверх. Может, нужно использовать красный рычаг? Так, лево. Ого, открылась трубы. Мне кажется, это котельная. Ребята, я так понимаю, это какой-то склад чехлама. А там продолжение комнат. Куда-нибудь попасть. Но коробки слишком тяжелые. Здесь есть то, что нам поможет. Какая-то одежда. Дувной круг, ребята. У меня родилась одна идея. Гинка. Это джекпот. У насос и давлением вытолкать эту стену. Давление работает. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Все, пойдемте дальше. Ребят, походу прогрызли крысы. Канализации, но назад пути нет. Такого я здесь увидеть точно не ожидал. Кубки, не понял. Серега делает здесь на плакатах. Блин, Серега, потом с этим будем разбираться, что здесь есть. Мечтал играть в бокс. Настоящий боксерский ринг. Блин. Так, здесь какая-то дверь. Как же ее открыть? Дверь открывается методом сканирования лица. Что же делать, что же делать? Есть идея. Так. Здесь даже свет мигает, как в котельной. Теннисные шарики и подписки. Звук должен быть в котельной. Вот такой вот. Мне работает, по трубам ничего не течет. Поперли лайки. Так, давайте. Заработали. Почувствовал, что краники-то перекрыты. Спускайтесь вниз. Проверьте красную кнопочку. Делайте ее серой. А также не забывайте. Это что за труба? Теннисные шарики. Так, а зачем здесь теннисный шарик? Так, так, думай. Есть идея. Так, а что если я включу кран и теннисные шарики просто вынесу? Шарики пошли! То ролики мы скоро начнем выпускать каждый день. Тут что-то мокрое и не очень. Только один, идти вперед. Так, назад дороги нет. Я могу прыгнуть, вещи в портфеле намокнут. А я даже не знаю, сколько испытаний. Я не сдаюсь, я иду только вперед. И все это ради вас. Если вы до сих пор не подписались на канал, то самое время. Мы всегда с пацанами идем до конца. А у меня в это время пришла одна гениальная мысль. Зиплок, он водонепроницаемый. Я беру свои вещи и засовываю их в портфель. Берем наш зиплок, теперь засовываем сюда портфель. Все готово, я ныряю. Все, ребята, ни шагу назад. И воняет! Ну так прикольно! О, мой... Где же он? Ребята!
Сухие вещи, сейчас я в них переоденусь. Я уже переоделся, я полностью сухой. О, вот это, ребят, я на мусоре. Посмотрите, здесь баки с мусором. О, гляньте! О, здорово! Пришлось окунуться в кое-какие неприятности. Пацаны совсем близко, не будем медлить. Нужно лететь дальше. Как? Глент, от тебя так воняет что-то. Ладно, пацаны, нам нужно как-то выбираться. Открывать. Как обычно, здесь столько теннисных шариков. А мусор? Ой, тут его много. Ага. Нам выбраться. Что мы видим? Мусорки. Пацаны, а что, если устроить пожар? При пожаре же обычно так и происходит. Кое-что вспомнил. Сейчас приду. Тюк. И устроить пожар? Да, не делайте. Только если вы попали в тюрьму. О, поперло, пошел. Сработало. Свобода. Воздух. Ставьте лайк. Если честно, мне уже хочется, чтобы нас посадили снова в тюрьму. Это что, намек? Меня зовут Влада 4. Глент.